2,5 миллиарда лет назад со дна этого озера поднялись огромные скалы. Так на Ладоге появился Валаамский архипелаг – творение тектонических сил Земли. Валаамский архипелаг – это больше 50 островов. Самый крупный – Валаам. Его площадь можно сравнить с Брюсселем, столицей Бельгии. Длина острова почти 10, а ширина 8 километров. На островах архипелага встречается около 500 видов растений. 64 из них в красных книгах России и Карелии. Здесь находится удивительный мужской монастырь. Точная дата его создания неизвестна, но упоминания о нем датируются еще 16 веком. Главная святыня архипелага – мощи основателя обители – Сергия и Германа. Они хранятся в Спасо-Преображенском соборе. Известен монастырь еще и тем, что первая икона, которая побывала в космосе, находится именно в его стенах. Это копия образа Валаамской Божьей Матери. Уже совсем скоро Валаамский архипелаг может попасть в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Богатство его природного и духовного мира дает архипелагу на это полное право.